неверно выделена буква пароним. Первые пейзажи Серова были проявлены музея Карла Фаберже. Ну, я Людмила Леонидовна, я закончила школу в 1965 году, собираюсь ответить на некоторые вопросы по ЕГЭ 2020 года. Так, в одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. Слова «позвонишь», «красивее», «озлобить», «прибыло», «торты». Ну, слово «прибыло». Неправильная буква, неверно выписана буква «ы», что ли. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Лесные запахи набегали волнами. В них смешалось дыхание можжевельника, вереска, брусники. Начальник умел пользоваться дипломатичными и коррективными выражениями. Дипломатичными трудно сказать, нельзя говорить дипломатичными. Пользоваться объективными выражениями и корректными выражениями, чтобы объяснить подчиненным суть своих требований. Неправильно выделено слово «дипломатичными». Начальник умел пользоваться объективными и корректными выражениями, чтобы объяснить подчиненным суть своих требований. Правильными, корректными. Я сказала объективными. Эффективными. Объективными. Или можно эффективными. 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Опытные тренеры по обоим сторонам. Звучит не менее громко, поезжайте вперед, нет туфель. Тут неправильно не по обоим, а по обеим сторонам. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущены безударные, чередующие гласные корни. Запишите номера ответов. Во всех словах одного ряда пропущены безударные гласные корни. Чтобы была одна буква в трех словах. Третья подойдет. И четвертая. У меня третья и четвертая получилось. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. Во всех словах одна и та же буква пропущена. Первый. И пятая. Первая и пятая. Определите предложение, в котором «не» с выделенным словом пишется слитно. Раскройте скобки и выпишите это слово. У меня невнятный получилось. Пишется слитно. Невнятный пишется слитно. Укажите все цифры, на месте которых пишется 2Н. Первые пейзажи Серова были проявлены почти все черты, свойственные ему как пейзажисту. Острота видения, глубочайшее проникновение в суть изображаемого, изысканность и точность ответа. Изысканность, а первое было черты свойственные, второй и третий. Расставьте знаки препинания.
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятая или запятые. Возвращая первоначальную красоту и великолепие, Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге. Нет, возвращая первоначальную красоту и великолепие Шуваловскому дворцу в Санкт-Петербурге, реставраторы согласовали этапы своей работы со специалистами, готовившими открытие в его залах музея Карла Фаберже. То есть надо, запятую нужно где стоять, да? Прославившего созданием уникальных ювелирных изделий. У меня получилось 2, 3, 4. Ну, я желаю старшеклассникам в этом году, в мае, в июне, обязательно хорошо сдать ЕГЭ, внимательно читать все задания и не делать никаких ошибок.